Минздрав России зарегистрировал синтетический препарат для лечения новой коронавирусной инфекции МИР-19, разработанный в Институте иммунологии ФМБА России под руководством профессора Мусыхаитова. МИР-19 – этиотропный высокоспецифичный противовирусный препарат. Название расшифровывается как «малая интерферирующая РНК», а действие основано на применении микро-РНК, блокирующих копирование молекулы вируса. Этот препарат основан на открытом около 20 лет назад феномене РНК-интерференции и, собственно говоря, представляет из себя стабилизированные короткие молекулы РНК, которые вступают в взаимодействие уже с РНК-вируса, когда находятся внутри клетки, и не дают этой РНК нормально стабилизироваться, приводит к ее расщеплению. 14 апреля 2021 года было получено официальное разрешение на проведение второй фазы клинических исследований. В ходе клинических исследований была доказана безопасность и эффективность препарата МИР-19. Точно это лекарство не может быть профилактикой, потому что очень быстро выводится из организма. И одновременно с этим у меня есть серьезные опасения, что у этого препарата также будет достаточно узкое терапевтическое окно. Что касается безопасности, препарат не оказывает влияния на организм человека. Мишенью является именно вирус. В связи с этим не было установлено развитие побочных реакций у пациентов. В готовом виде препарат МИР-19 вводится ингаляционно с использованием медицинских нейбулайзеров. Амир Ахтямов, Фарид Захидоглы, Универньюз.